лошадей гоняю посреди ночи. Что-то случилось. GPS-ник показал сильно быстрое передвижение лошадей с одного места в другое место. Пришлось быстренько выдвинуться. Нашел их в темноте. Все-таки великое изобретение этот GPS-маяк. И вот сейчас их гоню, поворачиваю. Вот для этого у табунщика должна быть полноприводная внедорожная машина. Вот сейчас я их вот так поверну на дорогу. А их так ласково гадами называю иногда. Но это может быть все что угодно. Может быть, это кто-то покушается на них. А еще есть вариант — охотники, браконьеры. В наших краях водится очень много различной дичи. И есть такие люди, которые занимаются браконьерством. Они вот так ночью гоняют диких животных. И бывает там вот, где лошади находятся, что-то я не туда заехал куда-то. И вот могут напугать выстрелами лошадей. Вот. И лошади могут вот так далеко убежать, напугаются. Вот. Ну, конечно, бывает, и вот они сами могут, конечно, перемещаться. Такое тоже может быть. Вот. Я так примерно ориентируюсь в этой местности очень хорошо, даже ночью. Если меня закинуть в любую точку, с завязанными глазами на ощупь могу найти, определить, где нахожусь, куда идти. Вот так вот бывает. Особенно осень для табунщиков — это такое самое время тяжелое. Когда выпадет снег по колено, будет намного легче. Лошади будут передвигаться меньше. Вот так вот я их сейчас еще прогоню с километр. Направление им задам. Вот, а сейчас, пока нету снега, и тем более, когда вот луна становится более лунная, полнолуние становится, вот это самое такое опасное время. Да, вы скажете, что нужно загонять лошадок в загон. Я вам отвечу, что сейчас осень, это время, когда они должны в зиму набрать жирок, запастись. Вот. Ну, все вот так вот пойдет. В принципе, можно еще чуток. Вот здесь все перепахали. Опа, опа. Вот, только на джипе можно проехать. Вот. Поэтому я купил себе джип. Не для того, чтобы понтоваться, как мне говорят некоторые, а вот чтобы вот так следить хорошенько. Вот такие дела. Это Султан сзади идет. Вот это я уже так далеко уехал. А, нет, еще не. Еще надо. Вон они опять разворачиваться стали. Это не туда. Там, может, охотники погоняли их. Я свожусь к мнению, что высока вероятность, что это браконьеры там
ночью восприятие какое-то другое идет, как будто все по-другому. Вот такие дела, вот такое вот будет необычное видео. Можно сказать, вам рассказываю все так, как есть, от первого лица. Особо не редактирую видеоролики. Это настоящее реалити-шоу. Такое, где все реально. Вот некоторые говорят, что это очень легко. Да что там такого? На самом деле это очень нервная работа, заниматься табунным коневодством. Надо, чтобы нервы не то что были стальные там или еще какие-то там, говорят некоторые. Они должны быть нервы. Их просто должно не быть вообще. Вот так вот. Раз был случай такой, я поехал ночью на тракторе, у меня тогда машины не было. Что-то я заехал куда-то не туда. И вот я ночью, в общем, попал в большую Косемсотовскую канаву на тракторе. На тракторе на мосту повис, у меня колеса в воздухе у трактора. Я ничего сделать не мог один. Еще в таком месте, где сотовая связь не работала. Надо отсюда выезжать. Так. Ну, вот так вот я их сейчас поправил. И вот. Пешком я оттуда возвращался домой. За другим трактором. И потихоньку. Вот сейчас я их направил уже почти туда, куда надо. Осталось еще с километра прогнать. И все будет нормально. Еще опасно вот так на машине ехать. Тут поле может какой-нибудь попаться, яма какая-нибудь попадется. Это очень рискованно. Вообще в году вот таких вот, ну, редко такое бывает, когда ночью приходится вот так вот ездить и пасти. Но бывает. Что-то везде лошади, везде вокруг. Так поворачиваю. Там лошади. Там дерутся что-то. Тут лошади. Там лошади. Короче, они уже разбрелись, уже не хотят идти. Это суффикс идет. Ну, значит, последний идет. Растерять можно. Лошадей. Я как-то раз вот так к лошади близко подъехал.
ногой в машине. А как пнула мне вся решетка радиатора в дребезги разлетелась. Гады такие. Сейчас я их поверну.